Поскольку спорт сам по себе очень такая субъективная вещь, наверное, сегодня мы тоже можем позволить себе небольшую субъективность и присвоим вам приз, пожалуй, лучшего болельщика во всем зале. Можно услышать еще раз ваш знаменитый клич во имя Азербайджана, который слышали все, даже охранники, которые находились в другом конце помещения. Конечно, могу. Это песня знаменитого азербайджанского певца, знаменитого на весь мир, Муслим Магомаева. Песня про Азербайджан звучит, она примерно так, и весь зал слышал, в принципе, да? Эй, Азизанам, Азербайджан! Спасибо. Браво! А как насчет кричалок, которые команда поддерживала своих спортсменов? Ну, эти кричалки мы составляли на ходу, поэтому как бы они не так сильно были задействованы. В основном кричали слово «Азербайджан». Также мы поддерживали другие команды, которые выступали. Израиль, Россию и, в общем, там разные. Испания была, Италия. То есть, кто кричал, мы всех пытались поддерживать, чтобы шумно было в зале, чтобы у всех была одна атмосфера, атмосфера дружбы, дружбы, которая была в Советском Союзе, наверное. Да, мы пытались как-то это все объединить и восстановить, чтобы люди общались, дружили и были всегда вместе.